Здравствуйте всем, с вами Озон. Сегодня мы поиграем в игру Total War 3. Давайте начнем битву. И мы будем играть за Фтия против Спарт. Начать битву. Эту игру многие ждали. Я считаю, что она одна из таких интересных игрушек, которая понравилась бы, естественно, фанатам серии Total War. Мы знаем, что неплохо сделали, естественно, это Total War Rome, Total War Империя, Total War многим понравилось, а еще, естественно, и Attila. Вот сейчас мы будем играть с вами довольно неплохую серию от Total War, от Creative Assemble, компания, которая и разрабатывала игру. Вот, посмотрим сейчас, что из этого получится. И надеюсь, что многим понравится, и я могу сказать, что это будет интересный бой, хорошая графика. Извините, компьютер у меня не крутой, не профессиональный, так что скажем так, что если будет тормозить, то уж извините, на максимальных настройках я хочу сейчас поиграть, да, не удивляйтесь. И надеюсь, что картинка будет приятна. Сколько будет выдавать FPS, я не знаю, но надеюсь, что не будет уж так мало, и тормоза, фризы или еще что-то, не дай бог. Так что сейчас игра вот загружается уже, вот стрелочка идет. Сейчас мы посмотрим, я вот давно в Total War, ну как давно я играл, но разучился. Раньше я играл чаще в серии Total War, особенно Rome Total War, наиграл там немало, много, 80 часов, так что я считаю, что нормально, сейчас вспомним. Так, ну что могу сказать насчет графики? Графончик здесь неплохой. Графончик неплохой. Колесница. Да, дотянули графон до оптимизированного вроде, потому что идет он 80. Может, она какая-то урезанная. Да, грубо говоря, графика, но могу сказать, что хорошо нарисовано и прикольно сделано. Так, ну а мы сейчас давайте начнем с вами, отойдем немножко назад. Это весь наш отряд, это у нас, как я понимаю, начать бой. Там где-то впереди у нас товарищи. Их не так уж и мало. Давайте сразу. Они на вершине стоят. Мы подойдем сюда. Надеюсь, что они на нас сразу не пойдут. Вот. Да, видно, что график уже получше, сделали неплохо. Там уже вон коняшки быстрее передвинулись. Действительно, отлично сделано. Графон, кстати, видно приятный. Такой, знаете, все-таки с каждым разом они удивляются лучше и больше. Идет сейчас 44 FPS, но мы не так много наставили, юнитов, то есть по 10 каждый, да? Вот. Но все равно 36 FPS, это все-таки игра новая, это нормально. Так, давайте посмотрим, что из этого получится. Мы сейчас подошли к ним. Я еще раз говорю, я сейчас просто показываю геймплей, свою точку зрения. По графону, конечно, вот видно, что здесь не очень хорошо отображается. Понятно, это не в 4К, в Full HD. Лошадки, кстати, нарисованы неплохо. Уже видно прогресс. Довольно приятно, еще раз говорю, графика и сами краски.
я понимаю, но здесь какие-то здоровые товарищи, как они называются у нас, мированные гиганты камьеносцы, вот как. Так, они у нас стоят, их надо как-то выманить. Ну, не знаю, сможем мы это сделать или нет, но посмотрим. Мы против спартанцев, пытаться не так уж и... Можем обойти. Я считаю, что вот этих товарищей надо вот сюда. Потому что они будут обходить и как раз с тыла, если не ошибаюсь, в спину бить. А, также колесниц. Там ведь можно пройти. Можно. Даже колесницу поставим. Что-то они там уже начали мои стрелять и что-то делать. Уже спровоцировали. Эти сейчас пойдут сюда. Так, ну. Опа. Хотя, можем их тоже встретить и тем же ответить, грубо говоря, что из этого получится. Давайте посмотрим. Колесница на колеснице. Да, ну это, конечно, тупо, когда такое происходит. Ну, нападаем, что могу сказать. Пытаем шеренку сюда. Ваши воины заметили затаившихся врагов. Погнали и сюда. Отлично. Атакуем, мы стоим, атакуем. Атакуем. Так. Кажется, наши убегают, что-то не справились. Что-то про... дух. Мы немножко как-то не справились с тем, что мы могли сделать. Встречаем их также. Лучники сейчас все сделают. Это не просто так, это лучники. Так, здесь у нас мало, конечно. Ощущение, что мы пока проигрываем, да? Так. Надо вот этих как-то расфигачить. Ваши воины воспряли духом. Конечно, если мы можем нормально двигаться. Стреляем, чтобы не расслаблялись. Ну и как бы сразу косят, потому что они обычные. Здесь у нас что-то непонятно. Да,
здесь уже на наших нападают, да? Но я думаю, справятся. Нападаем, нападаем, не стоим. Бьем и нападаем. Так, здесь у нас совсем мало осталось, но укрепление. Погнали мы туда, теперь надо вот этих бить. Даже они убегут так. Победа уже близка. Мы победили. Отлично. Закончить бой. То есть получается Кадмайская победа в этом бою обошлась вам слишком дорого. Заслужит ли вы это звание победителя? Вот. Так что я считаю нормально. Как бы было 505, у них было больше 629. И потери у нас 197, осталось 308. У них потери 479, но у них больше было. Осталось 150. Так что мы выиграли. Я считаю, что это нормально. Так, давайте продолжим с вами за Гектора сыграем. Возьмем хороших бойцов. Вот. Но с учетом, что у нас не будет лучников. А им возьмем вот Парис Троянский, да? У них будет больше лучников. То есть такая лучная армия, скажем так. Давайте посмотрим, что из этого получится. И надеюсь, посмотрим, смогут ли они что-то нам. То есть у них большинство лучники. Это в основном практически все. У нас ни одного лучника. Но здесь будет труднее, потому что лучники, они, конечно, делают свое дело, когда их много, они могут просто тропорошить, как говорится, наш отряд, наше войско, Гектор Троянский и Парис Троянский, ветеран-полководец. Так, давайте посмотрим, что из этого получится, как это будет все выглядеть. Надеюсь, что если первый бой мы выиграли, второй бой, я думаю, будет сложнее. Хоть мы играем, у нас интеллект компьютера и легкий, но все равно у них есть лучники. А лучники — это как-никак отход, стрельба, отход, стрельба. Но вот у нас есть копейщики. И вроде нормально такие вот здесь минотавры. Посмотрим, что из этого получится, и надеюсь, сделаем все как нужно. Ну, пока игра загружается, могу сказать, что неплохо сделали это. То есть любителям Total War должно понравиться. Ну, кто-то скажет, это слишком уж красочно, это уже не ROM Total War, да, там это про Трою там. Ну, посмотрим. Я ведь только вам показываю бой. Так. Начать бой.
Они уже у нас здесь стоят. Знаете, учитывая, что там лучники, я просто пойду вперед. Прорываясь, посмотрим, что из этого получится. Теперь ждем и смотрим, что какие вот в основном лучники сейчас наши отряды будут. Вон уже они начали стрелять, но посмотрим, поможет им ли это или нет. Я специально сделал так, чтобы было непросто. Скорость немножко перемотаем. Они стреляют что-то в одно место. Здесь вот. Враг обнаружил вашу засаду. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Нифига, что смотри, направо-налево. Посмотрим бой. Ну, вроде их косит и наших. Куда-то они хотят уйти. Ваши воины воспряли духом. Ну, там уже некуда лезть. Куда он там лезет? Он только убегает. Победа уже близка. Куда они там убегают? Победа. Нормально, отлично. Победа быстренько была выиграна. Отлично.
локацию выберем. Битва. Это и так. Ну, у меня, можно сказать, получше, да, чем я им поставил. Но не знаю, кому как. У них копейщики, кидальщики эти есть у нас. Вроде тоже. Я сейчас тоже постараюсь как-то быстренько это все, два боя выиграно, как-никак, так начать бой. Вот они у нас там, уже видны, вот стоят. Ну, давайте мы подойдем, посмотрим, может, хотя что смотреть-то. А, первые пойдут. И распределяем. Раз, два, три, четыре. Мы просто ждать не будем. Мы сразу зафигаем. Фигачить пойдем. Так, всех отправили, да? Ну, вроде нет никого. Вот один только есть. Отправим на сражаться тоже с одним. Враг обнаружил вашу засаду. Сейчас попробуем их сбить, как говорится. Косят так. Назад разворачиваемся. Отлично. Так, пусть они здесь. В бой вступили. Так, ты сюда иди, там разберут все это. Ваши воины восприяли духом. А сейчас будет. Нормально, битва такая. Интересно, если ему помочь. Будет very nice.
сражаешься, он сильнее становится. Если мы вмешаемся, что будет? Победа уже близка! Они просто собрались. Они не могут вступать в бой, как я понимаю. Так что мы их отправим в другое место. Они еще дерутся, смотрите. Хотя у нашего героя мало. Победа. Ну вот и все, мы как бы победили. Закончить бой или смотреть. Этот убежал. Убегает, хотя он проигрывал, да, видно. Ну вот прям бежит хорошо за ним. Интересно, он успеет убежать? Гоняет. Опа. Тут просто бежит. Просто даже если его там бьют, хотя осталось немного, один удар, все, готов. Победа. Герой противника отправился в царство Аида. Мы выиграли. Вот такой трое сыграть именно. Ну, думаю, что неплохая игрушка. Они потеряли 490 из 598, из 510 потеряли 150, осталось 360, у них 108. Нормально, достаточно неплохо. Кстати, назад. То есть здесь есть компания новая, да, за кого играть. Средняя, легкая. Одиссей. Или за троянцев. Гектор, Парис, Ней. Вот. Так что, ну это уже, как говорится, трое. То есть все это оборот Греции, вот, как вы видите на карте, неплохо сделали, молодцы. Ну это многие скажут как аддон, но почему бы и нет. Играем нормально. Мне понравилось.